Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов. 10 апреля с 9 до 17.00. Коллектив! Завтра нам тоже обещают плюсовую погоду, разве что ночью плюс один, минус один градус. Некоторые наблюдается неопределенность, зато уже днем ждем от 5 до 7 градусов выше 0. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Аварик включи. Нихуя. Грозило два? А должна была быть двое. Обалдел! Вы это чувствуете, да? Очисти согрешение, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, исцели души мои и язвы, Господи, и всего освети. Там колесо что-то отвалилось. Да. К рассвету сети и радиостанции уже будут транслировать военные марши, а утром ведущие новостей объявят, что власть в стране находится под контролем военных. Блядь, пиздец. Ебанулся совсем, блядь. А чё, куда совсем он летел? Ебанулся, туда? Блядь. Куда он летел? Да ебанулся, поворачивал, блядь. Да ему уже поздно поворачивать-то. Охуел, что ли, блядь. Блин, идиот на движок, господи. Международный день счастья сегодня. Вот счастливые люди, они обычно всегда хорошо праздничные, позитивно настроены. Но чтобы конкретно как-то обозначить день, мы вот придумали вот такой 20-й. Блядь. Как всегда, он придумала. И делились на тех, кто решил быть чистым, но голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на такшибах. А вот мясо с овощами в бортовых рационах отсутствовало. Осталось 30.
за місяць стояв, стоюся за обшорювальника, ти геть! Ну ти сука, я ти сука, йди сюди, блядь! Ти що, ёбнутий? Крутанулся, ёпта, дебил, блядь. Попили пивка, ёпта. Блять!